Смотрим стем команды КВН «Мегаполис», Москва. 1 день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты директор школы? А вы, собственно, кто? Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты. С чего это вы взяли? Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети? На уроках. Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтоб взяли на рукавники, значит, фартуки, все это, завтра, да? Завтра выходной. И что? По выходным дети не учатся. Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать. Ты мне тогда брякни на недельке, ладно? Так, с чего собираетесь начинать? Грузовик надо купить. Зачем? Доски возить. Какие доски? Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окон. Куда возить? Да тут недалеко. Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути так, ваши. Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали? Сподвигли угодники на добрые... Так, давайте по делу. Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли? Так, и ответ? Уйма. Я так и думала. Дальше. До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енту будем терпеть? И я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь? Я таких задач очень много могу придумать. А ну? Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года. А холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот? А вот слушай. Высота клетки Емельяна Пугачева так, 1,5 метра. Хватит. Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал... Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я... Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете? Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть? Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите. Ты не ответила на мой вопрос. О! Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа. Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены. То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли? Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях. Да я за семейные ценности мать продам. Так. Как вас по отчеству? Денчик меня зовут. Значит так, Денчик. Угу. Чему собираетесь учить детей на первом уроке? Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку. На первом уроке. Так, а у вас вообще есть образование? Да, второе, неоконченное. И что это вы не окончили? Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки. А почему не окончили? Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь. И вот, и как отрезало все, понимаешь.
Малолетние паразиты! И это они еще мне говорят! Палыч! Леонидович! Вот так встреча, Палыч! Здорово! Как ты тут оказался? Стало быть, к нам в педагогику решил податься? Да вот, хочу детям свое мастерство передать. Да, катала ты был, будь здоров. Да ладно, ну что ты, ну ей-богу, ну как ты, что ты? Так, Андрей Павлович, помолчите, пожалуйста. Вы возили детей на соревнования по настольному теннису в Сызрань? Да, я. И, между прочим, кубок вам привез. Бог с ним, с кубком. Где дети? Что это за новшество такое? Мальчики отжимаются 150 раз, а девочки 200. Так девочки же слабее, пусть тренируются. А вход почему на ваш урок платный? И что это за надпись такая в спортзале висит? До свадьбы заживет. Идите, ради бога, работайте. Да я к вам по делу пришел. Дайте денег на эстафету. На эстафету? Вы видели, что на этой эстафете дети друг другу передают? И потом куда они после этого бегут? Идите, работайте. Так, вы знаете, времени у меня мало. Разговор у нас с вами короткий. А что тут разговаривать? Скажите, сколько платить будете, да и все. 25 тысяч. О-о-о, я согласен. Хорошо, тогда давайте быстро обсудим детали. Давайте. Вот, а уже в пив-баре поставим игровые аппараты, я думаю, вот так. Я согласна. Школьная пора, и в лесу, и в погоде,